А на сцену мы приглашаем девушку, которая тоже выступает у нас впервые. Мы желаем ей удачи. Наталья Уварова! Всем здравствуйте. Итак, стихотворение о любви. И первое мое стихотворение – это «Исповедь преданного человека» от мужского лица. Первый холод, как скальпом по теплой вене, резко. Эти ладьи, скамейки, аллеи меня уже не согреют. С треском провалилось все, как под воду. Ушло камнем бездушное тело, ну а что ты хотела? Чего ожидала? Я еду, мокрый асфальт, фары на скорость, педаль до пола. Отдам все, что было, даром. Я не буду жить с этой болью. Вот наш причал, наша лавочка, место. Тут мы пили вино, я тебя целовал. Я врезаюсь головой об асфальт с треском. Я об этом всю свою жизнь мечтал. Я сохраню твой номер, жена, чтобы тебе позвонили сразу, чтобы ты уже не ждала, чтобы убили тебя этой фразой. Вижу уже твой шок, глаза, крик твой. Вижу, как ты обнимаешь мой плед. Ты меня не простишь, ты права, лик твой. Для меня больше и Бога нет. Первый холод, как скальпом по теплой вене. Ну а что я хотел, чего ожидал? Я тебя не прощу, никогда, поверь мне. И зачем я сейчас себе соврал? Прости.